Всем привет! В этом видео буду устанавливать стрелковый механизм на мини-турель. Главной его деталью будет электромагнитный клапан, который используется в пневмогутке. Было бы здорово, если в нее поместился гирбокс, но турель получилась слишком маленькая. Электромагнитный клапан закрепил с помощью штуцера, который был в комплекте. Ствол сделал с помощью латунной трубки. Затем в стволе сделал отверстие, в которое будут подаваться шары. Магазин сделал из той же латунной трубки. Для того, чтобы в него больше помещалось шаров, изогнул его в форме спирали. Для этого засыпал в него соду, чтобы он не деформировался при сгибе. Затем все припаял к стволу с помощью припоя и паяльника. Приступил к изготовлению механизма, который открывает клапан через определенный промежуток времени. Взял мотор-редуктор и к его оси приклеил шайбу эксцентриком. Шайба нажимает на микровыключатель, который подсоединен к клапану через реле. Собрал макет на деревянном бруске и, не придумав ничего лучше, установил его в турель. Обороты мотор-редуктора можно регулировать, тем самым регулируется частота выстрелов. Подача шаров получилась неудачная, вылетало по 3-4 шара за один выстрел, и я решил ее переделать. Паял несколько трубок между собой, это все та же Т-образная система подачи шаров, но перед стволом впаяна трубка, в которой крутится шток. В нем просверлено углубление, в которое падает шарик, шток прокручивается и шар падает в ствол. К клапану подключен шланг от компрессора в системе 8 атмосфер. Провел небольшой тест. Для магазина использовал воронку, свернутую из фольги. Далее для магазина использовал заглушку на трубу 32 мм. Спаял батарею из 4 литий-ионных аккумуляторов, которые соединены попарно. Устанавливаю на свое место регулятор напряжения на 5 вольт, который нужен для приемника. Выключатель стрелкового механизма сделал с помощью сервопривода, который подключен к третьему каналу приемника. Thank you.
Шары слеживались и не поступали в механизм подачи. Нужно было сделать принудитель, чтобы он перемешивал шары и они спокойно поступали в ствол. Из маленького сервопривода я сделал мотор-редуктор и вклеил его в воронку. С помощью качельки он перемешивает шары, и они поступают в механизм подачи. Все работает идеально. Кстати, в магазин помещается около 100 шаров. Всем спасибо за просмотр. Также хочу выразить благодарность тем людям, которые делают репосты в социальные сети. Спасибо, ребят, этим вы сильно помогаете развитию канала.